День добрий, мой друже. Називам ще В'ячеслав Заруцький, учаком з Росії, аби повідіч правди, а тим краю. Діщай задам тільки єдне питання для росіян. Какой вопрос вы бы хотели задать Путину? Ох, ебать. А ты думаешь, нас не посадят за такие вопросы? Я могу заблюрить вас лицо. А ты можешь заблюрить и мой голос? Да я не знаю, я не хочу ничего говорить. Я думаю, ты так должен понимать, как относятся адекватные люди ко всему происходящему. А, ну все, окей. Если ты боишься за твои слова, то уже радует, что ты так думаешь. Лучше меня все равно заблюрить, и я не хочу, чтобы меня видели. Ладно, хорошо. Спасибо. Давай. Какой вопрос вы бы хотели задать Путину? Ну вот прямо если лично бы встретились с ним. Владимир Владимирович, когда мы загнем весь шарик рака, сколько нам еще ждать? Как вы думаете, как он ответит? В 23-м году, друг мой. А, да. Потерпите. Все, понятно, спасибо большое. Какой вопрос вы бы хотели задать Владимиру Владимировичу Путину, если бы он стоял перед вами? Да, вообще никакого, зачем мне это? Вопросов нет к нему? Ну, конечно. Ну, это если как бы я бы ехал к нему на встречу, может, ну, а так, что мне у него спрашивать? Ну, все устраивает. Понятно, спасибо. Сработает лучше, да и все. В каком направлении? Да во всех, старается. Работайте, братья, знаешь, такое есть? Да. Все путем идет, трудности все преодолевают. Все, понял, спасибо большое. Какой вопрос вы бы хотели задать Владимиру Владимировичу Путину, если бы он стоял рядом? Вы знаете, я первый, ну, сейчас, в данный момент, я бы его просто предварительно поздравил с праздником, ну, там, с наступающим Новым годом. Очень неплохой президент, на самом деле. То есть он, как бы, страну держит уже, ну, очень много лет. А то, что пенсионный возраст поднял, как относитесь? Да, да, очень плохо. Какой вопрос вы бы задали Владимиру Владимировичу Путину, если бы он прямо сейчас стоял перед вами? Ну, попросил бы. Чего? Побольше пенсии для себя лично. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой вопрос вы бы задали Владимиру Владимировичу Путину, если бы он стоял прямо сейчас перед вами? У вас есть клоны? Как вы думаете, как бы он ответил? Ушел бы от вопроса. Вот, наверное, как-нибудь так. Какой вопрос ты бы задал Путину, если бы он стоял прямо сейчас рядом с тобой? Для чего ты создал войну? Че, какой? А, Владимир Владимирович, зачем вы напали на Украину? Независимо от Украины. Какой вопрос вы бы задали Владимиру Владимировичу Путину? Я хочу, чтобы он ушел. Здравствуйте. Какой вопрос вы бы задали Владимиру Владимировичу Путину, если бы он прямо сейчас рядом с вами стоял? Нас записывают? Да. Тогда извините. Я понял вас. Спасибо. Все. Ответ принят. Все. Здравствуй. Ох ты, голос как присел. Привет. Какой вопрос вы бы задали Владимиру Владимировичу Путину, если бы он прямо рядом с вами сейчас стоял? Да сколько все это может длиться? Привет. Здорово. Какой вопрос ты бы хотел задать Путину, если бы он стоял прямо сейчас перед тобой? Ой, слушай, не задумывался даже. Какой вопрос бы я ему задал? Или сказать что-то, или спросить. Спросить, какую Россию он видит через 5 лет? А, нет, стой. Другой вопрос. Почему он не ведет прогрессивную систему налогообложения? Вот этот вопрос меня мучает пи***ц как долго. Как думаете, почему? Наверное, потому что олигархату невыгодно. А так больше других вопросов к нему нет? Ну, есть, но вот тут как-то вам их рассказывать зачем, вы же не Путин. Так, если бы он здесь стоял бы, я не знаю. Ну, задал бы, почему так медленно воюют. Методы ведения войны непонятны мне. Ага. Вы хотели бы, чтобы побыстрее? Вы хотели бы, чтобы побыстрее был? Ну, я сам, как участник одной войны, кое-что понимаю в этом. Мне, например, некоторые вещи непонятны. Например? Например? Например, зачем без боя сдавать Херсон? Во-вторых, почему ни одного прилета нету по Банковской, например? С самого начала войны электричество не отключили на всей территории.
методы ведения войны современной, все связано с электричеством. Так. Так. Взять тоже, когда коалиция бомбила сербов, сразу же разбомбили все, всю инфраструктуру. А здесь что-то как-то мягко жалеют их. Какой вопрос вы бы хотели задать Владимиру Владимировичу Путину, если бы он стоял рядом с вами прямо сейчас? Денег дай. Какой вопрос вы бы задали Владимиру Владимировичу Путину, если бы прямо сейчас рядом стоял? Как у него... Я не такой. Дела. А если рядом стоял, да. Как ты? Да, конечно. Да, вот так прям. Задал вопрос? Да. А ты что, вопрос какой-то делаешь, да? Ну да, просто мне интересно, кто как отвечает. Очень да, слушай, ну, да. Да, ну разные варианты, да. Ну да, да. Есть я такие просто... варианты, которые бы не понравились государству. Бля. Да, какие мы им могли бы не понравиться. Я бы у него спросил, сколько ты зарабатываешь. Да? Ну да, бля, он гопник, он из всех бизнеса отжимает, бля, я тебе говорю. Какой вопрос вы бы задали Владимиру Владимировичу Путину, если бы он сидел рядом с вами? А какой бы ты вопрос задал сидящий рядом с Зеленским? Да, скажи, руку пожал бы и все. А я бы руку не жал. А я бы не жал. А, ну ладно. Тогда все. Все ясно с вами. До свидания. Привет. Какой вопрос вы бы задали Владимиру Владимировичу Путину, если бы он сидел рядом с вами? От кого тебя мать нагулял? Что бы ты сказал Путину, если бы он рядом с тобой сейчас стоял? Мужик, а ты новости-то читаешь в интернете или только своих этих заместителей слушаешь? Ну, вот такое бы сказал бы ему. Понятно. Ладно, спасибо. Что бы вы задали Владимиру Владимировичу Путину? Какой вопрос, если бы он стоял рядом? Моему президенту? Да. Я бы сказал ему спасибо. И руку пожали бы, да, наверное? И руку пожал бы, да. Все, понятно. С наступающим вас. И вас тоже не болеть. Благодарю. Это мой президент. Спасибо, да. Я этому человеку доверяю на 100%. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой вопрос вы бы хотели задать Владимиру Владимировичу Путину, если он сидел сейчас рядом с вами? Как ваши дела? Вас интересует только это? Ну да. На данный момент хотел бы задать вопрос в том, для чего в этом мире все это творится. Славяне, то, что славяне идут против славян. Здорово. Здорово. Что бы ты хотел спросить у Владимира Владимировича Путина, если бы он прямо сейчас рядом лежал с тобой? Я не люблю политику. Что бы вы хотели спросить у Владимира Владимировича Путина, если бы он рядышком с вами сейчас сидел? Почему у студентов такая маленькая стипендия? Я слышал, что в МГУ большая. Ну, в МГУ. Ну, не в колледжах, не в вузах. А, ну, не вообще. Это, конечно, да. Понятно. Других вопросов у вас к нему нет, да? Нет. Здрасте. Что бы вы хотели задать Владимиру Владимировичу Путину? Какой вопрос, если бы он рядышком сейчас с вами сидел, кушал пельмени? Понятно. Здравствуйте. Здорово. Какой вопрос вы бы хотели задать Владимиру Владимировичу Путину, если бы он сидел сейчас с вами пил чай? Да не с тобой общаться. Ты же говно позорное. Почему? Да потому что. Тебе еще объяснять, почему ты говно? Потому что ты говно по определению. Просто у тебя наебало написано, что ты говно. Володя молодец, мой дядька. Молодчага, респект. Путин, который я имею в виду. Путин, который я имею в виду. Да, ты правильно думаешь. Ой, ты как догадался? Все супер. С наступающим. Да супер. Какой вопрос был бы задан Владимиру Владимировичу Путину, если бы он сделал бы с вами рядом? Что за хуйня у нас в стране происходит? Как вы думаете, как бы он ответил? Ну, как обычно. Ушел бы от ответа, размывчато. Что конкретно не нравится? Ну, мне не нравится СВО, это которое происходит. Угу. Причем я в нем участвую. Серьезно? Да, я разведчик. Вы прям как бы на фронте, получается. Да. В теде впадлом на помисел же би задач кілька питань і зробіч заімпровізований вивяд з служонцем російським жовніжем. Не пшегапче він з колейнего фільміку. Дякую барду за обіження тега фільміка, дякую барду за субскрупції на Патронайт і до відзення всім.